Сегодня 18 июля, соя сорт Prudence, это максимальная норма 400 тысяч с междурядьем 50 сантиметров. Ну, практически она почти закрывает уже междурядье. А вот у нас что на самом растении происходит, то есть сколько бобов завязались и в нижнем ярусе, бобики. И в верхнем, и в среднем, и верхний еще доцветает. То есть есть бобы. А что касается, что касательно прикрепления нижнего боба, то есть сантиметров, наверное, 12. Ну, как бы я вижу, вот пока такое. 12 вижу. 10-12 сантиметров. Даже выше местами. Так что вот здесь в междуряде 50 сантиметров. Так соя выглядит на данный момент. Сколько килограмм? Сколько килограмм на гектар это получилось? Получается 72 килограмма. И вот такой у нас посев сои.